В эти минуты в Сочи проходит крупный международный турнир по профессиональному боевому самбо. Помимо сборной России участвуют спортсмены из Украины, Казахстана, Болгарии, ЮАР и других государств. В качестве почетных гостей на трибунах присутствует президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В главном поединке вечера встретятся чемпион России по боевому самбо Вячеслав Василевский и спортсмен из Южной Африки Тревор Френдли. И сегодня же президент вручил награды хоккеистам и сотрудникам московского клуба «Динамо» за заслуги в развитии физической культуры и спорта. Открывая церемонию, Владимир Путин особо отметил достижения команды и напомнил, что «Динамо» уже второй год подряд является обладателем Кубка Гагарина. Глава государства подчеркнул, что хоккеисты проявили волю и мастерство, а достичь результата удалось за счет коллективной игры и слаженной работы всех, кто работает в «Динамо». Владимир Путин объявил благодарность и вручил почетные грамоты игрокам, тренерам и другим сотрудникам клуба.